парламент. Здание парламента. Около $200. Реально можно жить? Нет, я взял. Ну, понимаете, это да, взрослая история, коммунальная квартира. Рожали 3, 4, 5, 6, понимаете, да? Я дам вам, например, вот и скажу. У меня, у мамы есть 9 сестры и 3 брата. Вы догадаетесь, сколько? Один поколение. Ну, 2 поколения. Моя мама, потом еще ее мама рожала. Да? У моей мамы 3 сына, я.